Здравствуйте, меня зовут Юлия. Сегодня хочу показать свои немногочисленные покупочки. Давайте начнем со средств для душа. Первое, что я купила, это такой спонжик, пенящаяся губка 2 в одном в форме листика от кафе красоты. Это антицеллюлитный вариант. Там еще какой-то был вариант. Я покупала эту вещь в магазине Ашан, супер, в гипермаркете Ашан. По-моему, стоила она 155 рублей. Так, здесь все заклеено, я не могу ее вынуть из упаковки. Ну ничего, пусть она порвется. Еще не вскрывала. Вот такая губочка, она пропитана, как я понимаю, пенящимся средством, но я покупаю такую вещь первый раз, поэтому не могу сказать, как все это будет в действии. Хватает на 10-12 применений, и здесь экстракт грейпфрута, лайма, масло авокадо. Ну, в общем, будем пробовать. В фикс-прайсе купила гель для душа Фа. Natural and Care, белый виноград и молочко жужуба. Увлажняющий крем-гель для душа. 250 мл, стоил он 55 рублей. Я такой же маме купила. В последнее время уже не видела я на полочках этот гель для душа. Если он вдруг еще у вас есть, это очень хорошая цена. Обязательно нужно себе купить. Он, в общем-то, такого белого цвета, такого. Аромат очень приятный. Я думаю, что лишним у меня не будет. Конечно, есть у меня средства для душа, но в запасах пусть немножко постоит. Очень довольна я следующей покупкой. Это масло для душа от Dove. Я уже давно на него обратила внимание. Как-то я его увидела в каталоге спецпредложений магазина «Улыбка радуги». И почему-то я про него забыла и не купила. И здесь была в магазине 15 числа, у них скидка там есть 15%. Увидела это масло и смотрю, что оно стоит на полочке в одном экземпляре. Я его быстрее схватила. Здесь 200 мл. По полной цене, по-моему, стоит 300 с небольшим. Я со скидкой купила его за 300 рублей. Что меня порадовало, что масло это основано на натуральных маслах. Конечно, здесь не масло виноградной косточки, более дорогое, не какое-то другое масло. Здесь масло подсолнечное стоит на первом месте, но здесь также есть еще масло органовое в составе. У него очень приятный аромат. Самое главное, что оно действительно действует как настоящее масло для душа. Это не те какие-то подделки, которые называются маслами, на самом деле это просто гель для душа. Здесь все так, как должно быть. При соприкосновении с водой оно превращается в эмульсию пенящуюся. Можно использовать как просто наносить на тело руками. Я использую с мочалкой, мне очень нравится, хорошо вспенивается. И самое главное, что приятно пахнет, и даже вот на мочалке остается этот аромат, и когда заходишь в ванну, чувствуешь этот аромат. Уже довольно-таки много я использовала, я буду обязательно покупать еще за такую цену, это просто подарок. Сделано, кстати, в Италии, так что рекомендую, если вдруг найдете его. Я постараюсь внизу в описании под видео оставить какие-то ссылочки, во всяком случае название. По-моему, на Озоне, в гипермаркете онлайн Озон это масло есть, но там, конечно, цены чуть подороже. Теперь средства для волос. Очень давно я хотела попробовать скраб для кожи головы от Natura Siberica. Называется эта серия «Облепиха Siberica». Здесь у нас сколько? 200 мл. Купила в Ашане, просто вот случайно чисто увидела на полочке. 200 с небольшим рублей оно стоило. Здесь, в общем-то, шампунь с косточками. Написано, что это косточки малины, но здесь помимо этих косточек большое количество натуральных экстрактов, масел,
то же самое органовое масло есть, и масло облепихи, и экстракты герани, крапивы и так далее. Вот, в общем, такой большой список. Наносится оно на влажные волосы, вернее, на кожу головы. Нужно затем помассировать, все это дело вспенивается, и потом еще раз шампунем уже обычным сполоснуть, чтобы вымыть до конца все эти косточки. В общем-то, они без проблем вымываются. Пока пару раз пользовалась, никакого дискомфорта на коже головы нет после применения этого продукта, поэтому буду надеяться, что все-таки что-то полезное это средство делает. Буду пользоваться дальше. Очень давно хотела попробовать какой-то скраб или пилинг для кожи головы, и рада, что наконец-то его купила. Не так давно показывала в своих покупках вот такую малышку. Это шампунь для волос корейский. Где-то вычитала, что бренд называется Тенги Мори. Я покупала этот шампунь в подружке. Стоил он, по-моему, 120 рублей. Здесь 70 миллилитров, если не ошибаюсь. Шампунь мне понравился. Он очень такой интересный, коричневого цвета. Аромат у него такой восточно-травяной. Приятный аромат какого-то спа, мне понравился очень. Ну и волосы, кожу головы тоже хорошо промывает. Я решила купить полный формат, но решила купить не в подружке, а в Ашане, потому что встретила этот шампунь в Ашане. Он у меня еще упакованный, потому что еще в миниатюрке у меня осталось, наверное, чуть больше половины. Здесь уже 300 миллилитров объем, и стоил этот флакон 450 рублей, если не ошибаюсь. По-моему, в подружке он стоит чуть подороже. Может быть, по каким-то спецпредложениям, или там у кого есть скидка хорошая 20%, или в какие-то дни, там 15 числа, может быть, и там будет выгодно купить. Но я решила, что куплю в Ашане. Там, кстати, тоже есть еще и кондиционер, но я решила все-таки купить маску. Маска здесь в объеме 120 мл, и стоила она 350 рублей. Я уже ее попробовала, она такого кремового цвета, приятная, хорошо после нее волосы расчесываются, мягкие, шелковистые. Покупкой тоже довольна, вот прям уже буду пользоваться. Еще в Ашане купила вот такие вот мягкие подушечки, написано, что они детские. Они вот такого формата прямоугольного, большого, почти с ладонь. Стоила эта пачка 100 рублей. Мне нравится ими маски смывать, поэтому решила вот такие вот ватные подушечки купить. В магазине Wildberries, в онлайн-магазине, заказала такую пудру от Wet n Wild. Это прям-таки культовый у них продукт. Называется она бронзер, бронзовая пудра. И оттенок называется Reserve Your Cabana. Вот здесь номер E7431. Сделан в Китае, но она не содержит талька. Конечно, оттенок это не бронзовый. У них есть несколько оттенков этой пудры. Я ее брала в качестве финишной пудры. Кто-то говорит, что ее можно использовать в качестве хайлайтера, но для хайлайтера она недостаточно высветляющий, ее наносишь на кожу, она, в общем-то, сливается с кожей. Она блестящая слегка, но она дает такой эффект метеоритов, наверное. То есть ее использовать можно поверх тональной основы. Не выглядит это прям как-то неуместно, даже в дневном варианте. Очень много я слышала о ней на YouTube. По-моему, раньше эта пудра выпускалась в формулировке с SPF 15, сейчас нет здесь никаких обозначений этого, но, в общем-то, диоксид титана здесь на последнем месте, поэтому, наверное, и нету здесь никакого SPF, ее переформулировали. Большой здесь объем, 13 грамм, хватит надолго, но пока как-то каждый день пользоваться ей не хочется, но все равно вот я уже подстерла здесь рисуночек красивый, но, конечно, минус это упаковка. Уже видно, что у меня надписи здесь хорошенько стерлись, пока ее носила в сумочке. Хотя это, конечно, не особо сумочный вариант, она прям большая.
Вот. Но все равно попробовать было интересно. Я рада, что купила. Цена небольшая, 212 рублей, по-моему. В общем, 200 с небольшим. Достойный продукт за такие деньги. Ну и последнее, что я покажу, это средство для губ. Это маска для сна от фирмы Laneige. По-моему, это тоже корейская. Да, сделано в Корее, корейская фирма. Здесь объем 20 грамм, вернее, вес 20 грамм. Баночка такая большая, увесистая. Вот так выглядит. Рекомендовала это средство известный блогер Катерина. Она покупала его на сайте iHerb, я посмотрела там цену, и, в общем-то, 1000 рублей стоила эта вещь. Я решила, что я посмотрю все-таки на eBay, сколько стоит это средство. И оказалось, что, по-моему, рублей за 600 я его купила. Идет оно вот с такой вот лопаточкой силиконовой. Вот такая вот лопаточка. Ну, соответственно, ей приходится и набирать, потому что если полезешь туда пальцем, все это средство окажется под ногтями. Очень приятно пахнет такой сливочной клубничкой. Никакого вкуса на губах не дает, но отлично просто увлажняет губы. За одно применение губы приходят в порядок. Можно наносить не обязательно на ночь, а просто в качестве бальзама для губ днем. И вот этот бальзам дает губам такой слегка молочно-розоватый оттенок. Очень комфортно на губах ощущается, и губы смягчает, повторюсь, мгновенно. Можно купить на iHerb, кому это удобно, можно поискать на eBay. Я тоже название ссылочки постараюсь внизу оставить. Вот такие у меня были покупочки. Все довольно-таки нужное, но и хочется все равно пробовать какую-то новую косметику. В следующий раз, я надеюсь, сделаю видео уже о коробочке Glam Box. Я ее заказала. Это будет первая коробочка настоящего года. Как всегда, большое спасибо за внимание. Всего доброго, до свидания.